Еще одна новость. Новость для жителей нашей страны, для Анапы, в общем, для тех, кто интересуется летней работой. Открыты вакансии повара-пекаря в двух экземплярах, то есть нужно два повара-пекаря, которые работают с хлебобулочными изделиями. То есть самое основное направление этого кафе, в том числе и не только для жителей этого гостевого дома, но и для всех, кто будет проходить мимо, здесь будет работать пончиковая, пирожковая. И в общем нужно, чтобы вы умели работать с хлебобулочными изделиями. Номер телефона под описанием. Сергей Львович его зовут, звоните, он вам расскажет все тонкости работы. От вас необходимо понимать, что это работа с мая по ноябрь, с проживанием и с питанием. Если такое предложение актуально, интересно, обязательно звоните по телефону.